Сланцах прошла спортивно-патриотическая игра «Победа». Соревнования состоялись на территории северной окраины города. Силу, сноровку и знания военной стратегии демонстрировали участники из 10 команд – Сланцевского, Тосненского и Сосновоборского районов. На торжественном параде открытия поприветствовала и пожелала спортивной удачи участникам соревнования глава Сланцевского района Марина Чистова. Мы рады вас видеть сегодня. Позвольте пожелать вам самое главное – хорошего боевого настроения, замечательных и ярких побед. Ребят, всего самого лучшего. Ни пуха, ни пера. Мы с вами. Также поприветствовал команды спортивно-патриотической игры «Победа» заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Алексей Орлов. Очень приятно видеть здесь такое большое количество молодежи и такое большое количество команд, которые активной молодежи, правильно и патриотически настроена. Хочу вам пожелать на сегодняшнюю игру, конечно же, всем командам побед, но и пусть победит сильнейший. Молодым людям предстояло преодолеть несколько этапов, показать навыки оказания первой помощи пострадавшему, умение метать учебную гранату на точность, пройти маршрут по азимуту, стрелять по мишеням из лука и пневматической винтовки, в интеллектуальной викторине продемонстрировать знания военной истории, пройти тестирование по нормативам комплекса ГТО и многое другое. Безопасность на каждом этапе прохождения испытаний обеспечивали опытные инструкторы. По итогам соревнований в старшей возрастной категории сильнейшей стала сланцевская команда «Новобранцы». В младшей возрастной категории победила тосненская команда «Цесаревич». Гран-при спортивно-патриотической игры «Победа» завоевала сланцевская команда «Юнкера». Победителям были вручены заслуженные кубки, дипломы и ценные призы.